Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру Left to Survive. Так, ну что же, давненько я в нее не играл. Не вкладываю, ребятушки, сюда ни рубля. Все очень-очень долго и медленно у меня качается. Но, как видите, городской центр у меня уже 10 уровня. Ферма 5-го. Горючку, как это ни странно, раскачиваем. Потому что без нее никуда здесь, ребята, не деться. Как видите, турелечки у меня стоят. В общем, все хорошо, все нормуль. Ну и теперь я накопил себе на оружие, на дробовик. Помните, да, в последней серии мы с вами затормозились. Только лишь из-за этого. Так, у нас регион 4, да? Сюжет не завершен, но это и понятное дело. И вот у нас бой за пристань. Любите запах верфей поутру? Ну, как бы не очень. Вот, ребята, я улучшил себе дробовик. Как видите, у меня уже денег нету. Ничего нету. И поэтому у нас с вами только один выход. Идти и смотреть, что здесь. Да как? Слушайте, я надеюсь, у меня кнопочки здесь не поперепутались, потому что будет очень больно, если у нас все здесь изменилось. Так. И что же тут? Ну, здесь мы с вами не были. В пристани это уж точно. Так. Ёпрсете. Так, надо теперь, ребята, вспомнить. Мы добрались до гавани, а Салливан так и не показался. Вот ведь урод. Салливан первый в черном списке НИР. Он с вами не свяжется, пока не удостоверится, что вы не работаете на республику. После эпидемии здесь немало людей собралось. Хотели уйти в море, мертвецы тут повсюду. Да я вижу, что мертвецы повсюду. Ваш новый друг заманивает вас в ловушку. Надеюсь, вы поймете это раньше, чем будет слишком поздно. Так, ё-моё, все, ребята, вспомнил я. Стрельба у нас идет на пробел. Воу-воу-воу-воу-воу. Да идите вы все. Ех, классно я его, да? Ребят, нахлобучиваем, нахлобучиваем. Эй, никакой перезарядки. Вот это было жестко. Вот это я попал. Это Рик Салливан. Неужели у них нет обученных людей? Слушай, я не знаю, как насчет обученных людей, но в данный момент я просто отгреб по полной программе, поэтому мне, ребят, придется переигрывать. Нифига, он мне с удара просто дверью, да, от машины, и все, я валяюсь на расслабоне. Честно говоря, я даже не успел воспользоваться аптечкой. Она у меня, кстати, есть. Кстати, надо посмотреть. У меня же вроде аптечка. Ну, понятное дело, что у меня есть мачете. А вот тут бочка, кстати. Да, как же я ее так... Да это все понятно. Это мы уже читали. Ребята, тут же есть бочка. Вот так вот. Да раскройся ты, гад. Ну, последний выстрел. Так, приближается метатель. Вот его мне тут только не хватало. Вот только, блин, метателя не хватало. Ядрен батон. Слушайте, ну я вам скажу, знаете что? Дробовик стоит того, чтобы его прокачивать. Очень даже неплохо бомбит. Так, что у меня есть? У меня есть 12 аптечек. У меня есть 15 гранат. Ага, все отлично. Мы должны с вами, ребята, здесь вытащить эту каточку, чтобы нам этого не стоило. Слушайте, очень хороший разлет у дробовика этих дроби. Поэтому поражение массовое у нас идет. Просто массовое. Что он там задергалось? Задергалось-то. Так, я забыл, ребята, как у меня перезарядка идет. Давай перезарядимся, пока этот охламон у нас идет. Пошел отсюда. Что, еще не конец? Еще не конец. Так, опять приближается метатель. Где он? Где этот метатель? Я, честно говоря, вон он. Вон. Оу, да он тут не один. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Он не один, ребята, метатель здесь. Так, я вижу внизу и наверху еще там на площадке еще один. Так, кстати, мы покончили. Так, надо хильнуться, ребята, иначе нам будет финиш. Ух, слушайте, ну прошли все-таки. Так, это Салливан, как слышно. Ваша первая задача будет очень простой. Добудьте лодку, с этим даже новичок вроде вас должен справиться. Угу, спасибо. Так, мы с вами получаем доллары и ящики. Отлично. Так, подписку, чтобы получить... Купить подписку? Нет, я не хочу покупать подписку, потому что она мне не нужна, если честно. Так, ну что же, открывается следующая карта, и наверняка меня сюда не впустят. Или впустят. Я могу... Да, кстати, я, ребята, между делом, как говорится, улучшал себе дробовик и вот этот вот автоматик. Так, вы завершены. Я еще 660 баксов получаю. И, конечно же, мы с вами отправимся вот на это задание, да? Я думаю, что оно того стоит. Или же нам можно вот здесь пошуршать, посмотреть. Хм, мы можем даже немножко с вами потренироваться с супер-пупер автоматом. И даже снайперку можем потестить.
Как видите, ребята, у нас, мы когда заканчивали, был регион 4, по-моему, последний. Теперь у нас новый 5 регион появился, но, как видите, мне пока еще сюда рано, не пускают. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут за яхта, сможем ли мы ее забрать себе или нет. Будем бегать вот с этим вот автоматиком. Я его прокачал не полностью, но, тем не менее, надеюсь, что нам этого хватит, и мы здесь с вами пройдем хотя бы этот уровень. Следующий, я уже сомневаюсь. Так, ну, кто здесь у нас, где эти говнюки? Пока идем тихонько. Так, на борту вы найдете координаты грузового судна «Пандора», а еще инструкцию, если вы из тех, кто не умеет управлять лодками. «Пандора» — корабль, на котором скрывается Дак Джекинс. Зачем он нам? На корабле находится крайне важная для НИР груз. С вашей помощью я перехвачу. Мистер Дженкинс нас не интересует. Доберитесь до цели. У меня, ребят, задание. А что, я могу и не добра... Оу! Да ну, хорош, хорош, хорош. Да бросать ты будешь или нет? На. Давай еще, ребята, вот так вот. Слушайте, я сейчас упаду. Я упал. Нифига они тут сделали. Так, Салливан должен был нас предупредить об этих монстрах. Никто меня ничего не предупредил. Ладно, я переиграю. Мне не сложно. Жалко, что я, конечно, по-моему, успел заюзать аптечку. То есть я... Так, забрать... Вам потребуется... Конечно, заберем. И начинаем. Блин. Как-то так нежданно, ребята. Надо было мне... Слушайте, с гранатой как-то не ахти получилось, да? Согласитесь. Вроде бы бросил, и в то же время она ничего не сделала. Или мы просто не успели с вами ей воспользоваться. Мачете тоже, кстати, их не пробивает. Так что давайте пробовать как-нибудь. Намного быстрее нам нужно все это делать. Так, это понятно, мы уже читали. Добраться до цели. Так, где-то вот здесь они все появятся. У нас тут опять бочка, ребята, есть. Может быть, в бочку пальнуть? Да ты будешь раскрываться, гад! Ой-ой-ой-ой, он подходит. Есть, я его все-таки, ребята... Да пошли вы все. Есть, я его захоркал, ребята. Бегуны. Куда ты там? Иди. Ну, я вам скажу, бомбит вроде бы не кисло. Не кисло наш пулеметик. Так, подрывник. Где подрывник? Я не вижу, ребят, подрывника. Да как же ты пере... Ай, перезарядка-то у тебя. Прям вот всегда у тебя вовремя. Вон подрывник идет. В пузо надо ему. Да, у нас с вами очень быстро заканчивается здоровье. Да какого же лешего, они подходят, подходят. Есть, минус. Ух, ядрен батон, ребят, это звездец. Все, нет, приближается прыгун. Да вы издеваетесь, что ли, а? Так, один прыгун, нет, не минус. Все, готов. Зашибись. Здоровье. Да они меня сейчас тут расколбасят, по-моему. Ты посмотри, что происходит здесь. Давай. Ай, отхилиться не получится. Или получится, успеем, нет? Лечусь. Ух. Маковку, а? О, это еще не все, ребята. Это еще... Или конец. Да ядреного ж. Офигеть. Салливан, нельзя было предупредить о заражении. Из-за тебя нашим людям грозила опасность. Если вы не можете убежать от пары дохлых коллег, НИР вам не по зубам. Я с вами нянчиться не собираюсь. Ты посмотри, как загундел, а? Он с нами нянчиться, видите, не собирает. Не собирается, блин. А что? Так, ну-ка посмотрим, дадут? Нет, ребят, походу не дадут. А почему? А потому что нам нужно с вами... Так, квест завершен. Нужно с вами усилять наш автомат. Давайте посмотрим, сколько нужно сил. Нужно 400... Погоди-ка секунду. Сейчас посмотрим. Так, сколько нужно для прохождения этого? 460. У нас с вами в данный момент 445. Это получается, что если мы один разок улучшим, да, получается
Мгновенно. Ну, давай мгновенно улучшим. Еще надо маленечко. Так, разброс. Разброс нет. Наверное, все-таки нам надо... Хватает найти больше запчастей? А что, у нас не хватает? Ах ты, елки-палки. Нужно 29, а у нас всего лишь 14. А у нас всего лишь... И денег, ребят. Ну, я имею в виду, голды не хватает. Вот же печалька. Так, ну что, мы можем с вами сейчас попробовать вот это вот оружие. Настало время минигана. Давайте посмотрим. Попробуем его, как говорится, бесплатно в действии. Потом нам дают, как видите, еще снайперкой воспользоваться. Так, чтобы повысить уровень героев. Играйте в миссии компании и PvP бои. Каждый уровень увеличивает здоровье героя. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что это у нас за такой хедшот. Куда ты бежишь, твареныш? Так. Ну, я вам могу сказать, великолепная вещичка, ребята. Просто велико... Да ладно. Жирный. Пошел бы ты... Я вижу, что приближается подрывник. Взрывайся. Хорошо бумкнул там. Так, бегуны. Еще минус один. Ай, какая классная, ребята, пушка. Стреляет, конечно, ну как, она не скорострельная, но вы посмотрите, какой она наносит дамаг. Просто восхитительный. Так, уйди от меня, не прикасайся даже ко мне. Где еще там подрывник приближается? Вижу, понял. Сейчас мы его нахлобучим. Опа, 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 прям выбегает она такая, да, на меня? Еще там один. Так, ну где вы там? Будем стрелять наугад, ребята. Слушай, они что, бесконечные, что ли? Я не пойму. Дайте-ка я гранатой попробую воспользоваться, ребят. Ну, ты бросать-то будешь ее? Бросил! А толку от нее вообще никакого от этой гранаты. По крайней мере, я не увидел. Ну что же, пулемет, в принципе, неплохой. Давайте теперь попробуем с вами снайперку. Сколько? Типа... 1030, ну, вам по скидочке, типа, за 412 золотых. Нет, спасибо большое. Да, я уверен, что я не буду вас покупать. И выбираем снайперку. Арктик, ребята, это Арктик, называется снайперская винтовка. Я очень хочу ее протестить. Ну, давай. Так. Бейте прыгуна перед тем, как он ударит. Это собьет его с ног и заставит отступить. Но я это уже давно понял, поэтому для меня это, ребят, не новость. Ох, вот это штука, ну-ка. Ёпрасоте. Ай, какая красота. Тыч. Просто. Так, подожди. Что-то прицел немножко сбился у меня. Так, куда ты ползешь? Прям в башню, ребята, хедшот. Ой, ой. Да ё-моё, я даже в бочку попасть не могу, что за фигня? Так, пошел-ка ты знаешь куда? Плюет в меня, гад. Так, ты там как, здоров? Я тебя прикрою, если что, братюня, не волнуйся. Пошел все. Так, ему опять куда-то нужно, ребята, добежать. Ага, понял я все. Так. Так, я бочку взрывать эту... Оу, бегуны! Не, в принципе, все хорошо в этой винтовке. Ой, перезарядка, как обычно. Все вовремя, все точно. Пьер номер 9. Что это за Пьер номер 9? Причал, наверное, хотели сказать. Так, ну что же, автомат и новую снайперскую винтовку мы, ребят, с вами протестили. Стоит опять же со скидкой. Да не надо мне, ребят. Я все понимаю, спасибо вам большое, но... Так, и, как понятно, нам не хватает, ребята, материалов для того, чтобы я смог улучшить... Подожди, я что, должен улучшить дробовик? Я думал, что я должен улучшить автомат. Мгновенное, блин, улучшение, да? В банк. Не хватает всего 4, ребят. Всего 4. И этих деталей я здесь, к сожалению, нигде найти не смогу. Нет, я могу их, конечно, подождать на базе. Сколько тут у меня? 19, нужно 24. Ну, понимаете, да, не хватает, ребят. Золото. Мы можем с вами посмотреть рекламу, но сколько нам там дадут, я даже не знаю. Давайте, наверное, так и сделаем с вами. Ну, на самом деле, я даже не знаю. Так, один, всего лишь один слиток золотой дали.
Ой, как вы жадные, ребята. Как вы жадные. Ну, я, по-моему, могу, наверное, еще посмотреть. Слушайте, а если мы сейчас посмотрим еще три раза? Так, дайте-ка я проверю эту теорию. Ну что ж, друзья мои, я посмотрел 4 раза рекламу. Мне за каждый просмотр давали по одному слитку. То есть я накопил себе 20 золотых слитков. Так, давайте посмотрим с вами. Подожди, что? Мне это не то, чуть было не нажал, елки-палки. Мне нужно вот это вот. Так, ну-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну давай, 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 не томи. Оу, 30 металлолома. Замечательно просто. Так, где, 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 где? Ну-ка. Идем в компанию. Нам сюда. Не хватает, я понимаю, что нам не хватает. Поэтому нам нужно с вами сделать перезарядка, разброс или множитель. Давай сделаем, наверное, разброс. Улучшить. Мы можем сделать так улучшение, но нам придется ждать 16 минут. Поэтому давайте лучше вот так вот мгновенно с вами завершим. И отправляемся, естественно, корабельные обитатели. Салливан обещал, что на корабле вы в безопасности. Давайте посмотрим, насколько это правда. Мне кажется, интересно, а мы что, будем на самом корабле прям драться или как? Интересно. Так, Дек Джекингс. Он, кстати, где-то здесь должен быть, да, по идее? Да ну нафиг, мы на корабле действительно, ребята, на... Так, убейте всех врагов. Найдите груз и уходите. Корабль безопасен. Можете считать это прогулкой в парке. Эта корыта воняет так, будто груженой мертвечатиной. Рик, дружище, ты уверен, что ничего не перепутал? Может быть, дело в мистере Джекинсе? Отведите его в душ, должно помочь. Ага, слушайте, какая-то подстава, ребята. Опа, опачки. О чем и речь? Именно об этом речь. Ха-ха. Мы с вами попали на корабль, который полон трупачей. У-ху-ху-ху-ху, ребятушки. Самый мутный здесь это, ребята, бегуны. Так, опа, это мои? Приветствую, сухопутный. Я знаю тебя из своих видений. Ты избранный? Я тоже. Ага, вот он и Дик Джекингс. Но пророчество подождет. Нара разделаться с неправедными. Взводи курок. Слушайте, а почему их двое? Почему они одинаковые? Оу! Эй, тихонько. Так, ты там взводи курок, блин. Да и твою корыто. Пошел прочь. Так, не трогать Дженкинса этого. Так, пошла отсюда, девчина. Фак, давай. Жарим их. Так, кто еще где? Куда ты там смотришь? Ничего. Так, не нужен нам никакой, блин, левиафан. Куда он идет? Он идет на меня, блин. Ёпрасоте. Да чтоб тебя, а. Да как его пробить-то, эй. Есть, нет, не есть, не... Ну какого лишнего, ну как так может быть? Эту чуму не остановить, мы обречены. Да пошел ты знаешь куда. Мы зря рискуем жизнью, Салливан. Расскажи, наконец, что там такое на этом корабле. Ну, кроме тех бедняк, ради чего все это затеяно. Я не знаю, ребята, ради чего это затеяно. Я знаю то, что мы с вами просто сейчас нелепо слили 3 аптечки. И эти ребята просто мне не помогали. Они не помогали вообще ничем. Я один раз, и я не могу понять, почему он такой мощный. Я вроде бомблю. А ему пофиг просто-напросто. Он взял 3 удара, по мне прописал, и все, я отдуплился. Офигеть просто можно. Ладно, ребят, давайте сделаем с вами вторую попыточку. Ну, честно говоря, напрягает тут. И так напряжено все. Так, сколько у нас вообще аптечек? Надо. Да я понял. 6 аптечек, 9 мачет. Ну, сами понимаете, мачете мне здесь... Никаким макаром вообще не смогут помочь. Ну, я не знаю, ребят, дробовик сам по себе мощный. Вот перезарядка, то, что такая медлительная, это да, здесь есть такое дело, ребят. Очень медлительная. Так, да, ребята, мы с вами поговорили. Я не могу понять, почему их двое, они одинаковые. Дак, Джекинс и Дик. Два брата, что ли, не пойму их. Так, ладно, здесь мы с вами еще, ну, хоть как-то сможем отбиться. Это понятно, ребята. Пошла прочь. Если бы не вот эта вот вечная, долгая, нудная перезарядка, возможно, мы бы смогли бы. Сейчас приближается левиафан, да? Давай свое сообщение. А нет.
Да-да-да, вот он. Вот оно. Сообщение. Да уйдите вы нахрен, ну вы достали, ну в самом деле, блин. Блин, вон он этот. Слушай, а что там происходит? Почему Левиафан тупит? Нет, ребят, не тупит он. Он идет целенаправленно ко мне, блин. Лечиться надо. Вот, бей лучше их. Да ее просто эта перезарядка достала уже. Да он... Слушай, одного грохнул, ребята, он. Я надеюсь, это никак не сказал. Метатель? Метатель приближается. У меня здоровье, здоровье. У-ху-ху-ху. Так, я минус метателю сделал. Черт бы их побрал, этих бегунов, блин. Так. Да уйди ты от меня. Достало, блин. Если сейчас еще, ребята, пойдет один левик. Слава богу, не пошел. Слава богу, он не пошел. Неправедных и зачумленных ждет очищение. Дорогу избранным. Салливан, и это ты называешь прогулкой по центральному парку после полуночи, что ли? Сколько там было зомби? Трое? Хватит ныть, и вообще. У меня дела, я свяжусь с вами позже. Говнюк несчастный, блин, из-за него два раза... Все, ребята, материалы, все пожитки, накопленные непосильным трудом, я просто... потерял. Квест, главное, завершен. Ну что, 660 долларов, ладно, хоть на этом спасибо, блин. Так, что здесь нужно? Опять не хватает силы оружия, но тут совсем, кстати, немножечко нужно, ребята. Это, я думаю, что надо поставить на урон, естественно, поставим на улучшение. Это будет занимать все 15 минут. И опять же, этого недостаточно, это будет 453. Ой, ребята, это придется вот это вот все улучшать. Ну, а для этого, естественно, мне придется добывать материалы, добывать деньги. В общем, как вы понимаете, это все не так быстро. Ну, а мы, естественно, с вами встретимся уже в следующей серии, когда я поднакоплю, и мы продолжим следующие выполнять задания. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.